фрик-кооператив «Мир Спирс». Мне кажется, что с момента последнего выступления в ребятах стало еще больше юмора и еще меньше здравого смысла. И это прекрасно. Привет, «Мир Спирс». Привет. Здорово. В обратную сторону смотрим, я здесь. Здрасте. Здрасте. Мы знали. В стороночку, пожалуйста, отходим. Спасибо. Как с Андросовым работалось-то? Задавил нас. Интеллектом? На джипе. Слушайте, скажите, а сколько вам нужно дать денег, чтобы вы выступали в обычных, нормальных, классических костюмах? Топинамбур. И парей. И побить. Да, да. Да. И попить. Пожалуйста. Встречайте, фрик-кооператив «Мир Спирс». Как весело, и никогда б не знали мук этих дней веселых. Добрый вечер, зал. На сцене фрик-кооператив «Мир Спирс». Кто не знает или, может, забыл, дамы из Одессы. Поэтому, чтоб вы понимали, вот этих мансов не будет. Александр? Алехандро! И что? Помогите тело спрятать. Как вы уже, наверное, догадались, на сцене фрик-кооператив «Мир Спирс». И они, как хрустальная сова. Многогранные животные. «Мир Спирс» моего лета! Наша первая миниатюра – случай в офисе. Добрый день. А Юрий Семенович у себя? А вы знаете, что к Юрию Семеновичу только по записи? Добрый день. А Юрий Семенович у себя? Конечно, так вы сразу проходите. А теперь представьте. У зрителей на концерте на секундочку отключился мозжечок. Все для тебя, рассветы и туманы для тебя. Все время правит. Кассир устроился на работу пирсинг-мастером. Блин, лишнюю пробил. Толя, у нас отмена! Тут немножко непонятно, да? Ребята мне все объяснили, они сказали, что это уборщица-голубь. Дамы и господа, на часах 21:40, в это время мы начинаем снимать программу «Что, где, когда», но команда знаменитых одесситов сидит в жюри, я, как вы понимаете, на сцене, но массовка в зале. А теперь, внимание, вопрос. И как будет происходить съемка этой программы? Я думаю, это индийский слон. Чёрт! Да, здравствуйте, господин ведущий. Мне очень, просто безумно понравился вопрос про индийского слона. Ну, знаете, тут все в руках наших знатоков. Пожелаем вам удачи.
говорят. Да я просто хотел посмотреть, что в черном ящике. Минута терпения. Понабирали новичков в массовку. Кстати, вы не первый год в массовке работаете? Вы знаете, давненько в массовке. И как? Трудно вообще работать? Знаете, бывают такие дни, смех сквозь слезы. В смысле? А это когда утром на «Рассмеши комика» надо сидеть, а уже в обед на «Жди меня» ехать. Все мы знаем ситуацию, которая сложилась вокруг особняка Сергея Кивалова. В народе его просто называют «Замок Гарри Поттера», ну или же просто «Хогвартс». Из уважения к команде с Юракадемии мы не можем раскрыть всей правды, но и промолчать тоже не можем. Итак, 9¾ станция Большого Фонтана. Гриффиндора и гражданской юстиции. Всем стоять! Мы автодементоры! Я сейчас возьму волшебную трубочку и позвоню кому надо. Кому вы собираетесь звонить? Тому, чье имя нельзя произносить вслух. Да, Сергей Васильевич, тут автодементоры приехали, ворота уже ломают. Да. Хорошо. Вас сюда назначенный принц Полукровка прислал? Кто? Ну, украинское гражданство, грузинское гражданство. Ты нам зубы не заговаривай! Зачем вам такое большое поле? Для Квиддича. Смотрите, какую я смешную шляпу нашел! А ну-ка надень. Не ты выбираешь академию! Академия сама выбирает тебя. Кому? Смотрите. Так уходите, ушли отсюда. Ну хорошо. На этот раз мы уйдем отсюда. Но вы же понимаете, что он нечестный человек. Но это почему? Да потому что честные люди на рабочем месте церковь не строят. Дамы и господа, для вас выступал фрик-кооператив «Мирс Пирс». «Мирс Пирс» — это как свадьба в Беляевке. Кругом неадекватные люди, но между тем очень весело. Александр Андросов. И фрик-кооператив «Мирс Пирс». Спасибо за внимание. Да, не знаю, почему ты так... О свадьбе в Беляевке, честно говоря. Мы с Олегом вели одно нормальное. Так после этого шутка и появилась. А ты рассказал, да, Сережка? Это наше личное, извините, да, жара. Александр Андросов, Мирс Пирс и Сергей Васильевич Кивалов. Ваши аплодисменты. Две команды у нас уже в батле. Две. В первом четвертьфинале было тоже две. В этом уже есть две. Можно, чтобы было три. Можно, чтобы осталось две. Это на ваше усмотрение. Вас, пятерых злобных человек. Внимание на экран. Секундомер. Три. Пять. Я, честно говоря, даже так только на фестивале тренеры вставали, когда вышла женская сборная. Они об этом уже забыли. Да. Ну давайте поздравим команда «Мирс Пирс» и Александр Андросов.
полуфинале. Мы увидимся с вами в октябре на этой же сцене. Ваши аплодисменты. Просто я даже отвечу, как неожиданно было мне групповое вставание всех пятерых, что я рад и за вас, и за Александра. Дима, просто очень жарко. Очень жарко, да. Я хочу еще добавить, за это групповое вставание нужно сказать спасибо церкви за это. Да. А вы что скажете, Денис? Кому спасибо? Почему вы так читали, Денис? Это лучшее выступление этой команды из всех, что я видел. А! И Александру спасибо большое. Да, Светлана. А вы почему? Это ну, действительно, неожиданный момент, вот хотелось бы знать, да. Ну, во-первых, я согласна с Денисом, что это действительно лучшее, на мой взгляд, выступление этой команды, раз. Во-вторых, я очень хочу, чтобы Саша еще выходил на сцену, это два. А в-третьих, вы этого не видели, а я видела, он только что учил текст. Это нужно было видеть, и за это я не могла не подняться. Аплодисменты! Света, там все сделали автодементоры.